Добрый день! Предлагаю вам рассмотреть мужские полуботинки-слиперы французского бренда Tendance. Верх модели сделан из натуральной замши из кожи козы. Мягкая на ощупь, она очень эластична и приятна к телу. Обувь из такого материала подстроится под особенности вашей стопы, сядет по ней и не будет сковывать движение. Благородный материал станет идеальным решением для сухого летнего сезона. Шнуровки нет, надевать слиперы легко благодаря отсутствию застежек и мягкой форме. Подкладка и стелька из натуральной кожи козы мягкие и приятные на ощупь. Они безопасны для стопы и препятствуют появлению мозолей. Стелька быстро впитывает и испаряет влагу, а также является абсолютно гипоаллергенной. Подкладка бежевая, она не будет окрашивать стопы. Вы можете носить эти полуботинки на босую ногу, не беспокоясь о здоровье ваших стоп. Мягкая стелька дополнительно снизит нагрузку на ваши стопы. Благодаря этому ноги станут меньше уставать. Она съемная, вы можете вытащить ее и просушить или заменить на новую. Подошва из резины будет меньше скользить, она надежная и прочная. Резина – неприхотливый материал, он меньше подвержен стиранию и долго служит. На модели есть каблук, который будет смягчать удары стопы о поверхность. С такой поддержкой ваши стопы будут меньше уставать. Носите эти полуботинки в стиле casual с повседневной одеждой базовых цветов, например, мягким брючным костюмом и свободной рубашкой. Ими также можно дополнить джинсы и хлопковый джемпер. Модель представлена в различных оттенках бежевого, серого и коричневого цветов. Наслаждайтесь качеством с вашими новыми полуботинками Tendance.